Владимир Рубе предложил на федеральном уровне поддержать лесозаготовительные предприятия. Исполняющий обязанности главы КОМИ принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Его по видеосвязи провел руководитель рабочей группы мэр Москвы Сергей Собянин. Так Владимир Рубе отметил, что в связи с экономической ситуацией на рынке пиломатериалов наблюдается снижение их рыночной стоимости и уменьшение объемов экспорта. Это влечет за собой снижение выручки предприятий. Лесозаготовители, заключившие договор аренды лесных участков, не имеют возможности своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за использование лесов, что приводит к расторжению договоров аренды, увеличению числа безработных и росту социальной напряженности. И, конечно, это сегодня очень непростая ситуация, ведет к росту социальной напряженности. Поэтому я предложил ввести на федеральном уровне мораторий на расторжение договоров аренды лесных участков в связи с несвоевременным внесением арендной платы, а также мораторий на начисление соответствующих неустоек и пени. Этот мораторий продлить до 31 декабря 2020 года. Кроме того, на федеральном уровне нужно установить механизм отсрочки платежей за использование лесов сроком до 6 месяцев или рассмотреть возможность внесения изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части запрета на изменение условий договора аренды лесного участка, заключенного по результатам торгов. Предложения Владимира Уйба будут направлены в Министерство сельского хозяйства и Рослесхоз для дальнейшей проработки.